Оля, выйди. Что? Выйди, пожалуйста. Олечка, выйди на секундочку. Что случилось? Значит так. Ребенок, которого носит Света, твой. Но я тебе ничего не говорила. Паричок. Держи. Угу. Кто бы мог подумать, что у меня есть старший брат? Да еще такой интересный. А я? Разве я думал, что у меня такая симпатичная сестренка? Симпатичная, ты так считаешь? Я бы сказала, красивая. А ты красивая или симпатичная? Я что-то не пойму. Так, значит, ты уезжаешь? Ну да, уезжаю. Просто отец не такой молодой, и мне кажется, если бы... Если бы я могла бы взять его с собой? В общем, да. Ты забываешь о моем женихе. Ну да, я забыл, что он у тебя такой большой и добрый. Да, он большой и добрый. Некрасивый, но обаятельный. Точно. Целеустремленный, волевой. В общем, ты за ним, как за каменной стеной. А что в этом плохого? Спасибо, я сам. Что в этом плохого? Во всяком случае, он точно знает, чего он хочет. Ты знаешь, я бы хотел увидеть. А ты его вечером увидишь? А днем нельзя. Я бы хотел рассмотреть его как следует. Послушай, что ты против него имеешь? Ты же его совсем не знаешь. Зато я тебя знаю. Правда? Правда. Ты поговорил со мной 5 минут и все обо мне узнал? Поговорил с тобой 5 минут и все о тебе узнал. И что же ты узнал? Я узнал, что тебе нужно. И что мне нужно? Мужа. Что, чтобы говорить мне такие вещи? Какие вещи? Я тебе не брат. Я тебе не брат и никогда не был твоим братом. Тебе нужно сдать в милицию. Да, я готов в милицию. Я готов. Слушай, а раньше, когда я не был твоим братом, тебе это даже нравится? Молчи, бессовестный, кто никогда не видел такого негодяя. Чего ты к нему перестал? Он что тебе, брат? А тебе какая разница? Добрый вечер! Добрый. Это квартира Сарафановых? Да, а что? А Ниночка еще не пришла? Еще нет. Это к тебе. Черт. У меня не так уж много времени. Мы с ней, наверное, разминулись в магазине. Парни, давайте знакомиться. Давайте. Гитарку можно? Пожалуйста.
Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминая девушек знакомых. Это ничего, что мы, солдаты Изюма, далеко ушли с родного дома. Это ничего, что мы, солдаты Изюма, далеко ушли с родного дома. Привет. Уже познакомились? Познакомились. Веселые ребята. Люблю веселых ребят. Наши кареглазые подруги.